Чтобы стать актером, необходимо большое желание. Именно с таких слов начался театральный мастер-класс для школьников начальных классов. В ходе урока дети узнали об основах сценического искусства, а также смогли убедиться в том, что быть актером увлекательно, но очень непросто. Когда останавливаемся, останавливаемся не резко. Маленькие гости мастер-класса увлеченно наблюдали за сценическими упражнениями. Детям понравилась такая веселая и необычная разминка, в которой актеры тренировали тело, речь и дыхание. Потому что там они так делают движения, не резкие, а плавные. Это сложно так делать. Софья Похвали занимается театральным искусством уже 4 года и планирует стать профессиональной актрисой. Она признается, для нее театр больше, чем просто исполнение ролей на сцене. Это определенный процесс, который просто нужно переживать внутри себя каждый день просто. То есть не когда мы приходим даже, а когда мы действительно уже там работаем, это надо погрузить себя в это действительно и просто наслаждаться. Одна из учениц второго класса Диана Севцова прочитала стихотворение Саши Черного «Снежная баба». Выступление девочки понравилось не только ее одноклассникам, но и актерам. Она признается, что и сама хотела бы стать актрисой, поэтому за действиями ребят из театральной мастерской следила очень внимательно. Я очень быстро учу стихи и всякие песни. Юные актеры также прочли стихи и прозу. Для того, чтобы качественно исполнять свои роли, необходимо заниматься несколько раз в неделю. Во-первых, я себе совершенствую речь. Это один из явных факторов, которые понадобятся в жизни. Для вторых, это раскрепощение. Для того, чтобы нормально участвовать в своей повседневной жизни, не бояться ничего и идти только вперед. Театральный мастер-класс запомнился гостям хорошей игрой юных актеров и веселой атмосферой. В год театра особенно важно знакомство с этим видом творчества. Оно позволит каждому усвоить главный урок великого классика Константина Сергеевича Станиславского. Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.